Сегодня 125 лет со дня рождения знаменитого художника, преподавателя и музееведа Моисея Спиридонова. На стене дома, в котором жил и творил мастер живописи, теперь есть мемориальная доска. На улице Урукова, в Чебоксарах, в доме 15, в небольшой квартире Моисей Спиридонов прожил 15 лет. Квартира стала для него домашней мастерской. Теперь это музей, в котором каждый экспонат – маленький рассказ о художнике. А вместе история жизни, отданная чувашскому искусству. 20 лет он возглавлял самый трудный, самый период становления Союза художников. И с чистым сердцем передал следующим поколениям. Сегодня с огромной благодарностью Союз художников относится вот к этой деятельности замечательного нашего художника. И хочется просто низкий поклон принести этому мастеру. И как здорово то, что мы не забываем своих любимых предводителей. Моисей Спиридонов творил в эпоху социалистического реализма. Языком кисти рассказывал о жителях родного края, обычаях и традициях предков. Творчество народного художника было простым и понятным. С него хотелось брать пример. Если говорить о его последователях, то это, наверное, все выдающиеся художники чуваши, они его ученики. Учились они у него или не учились, просто ведь воспитывает имя автора, его творческое наследие. Так вот, я считаю, что все художники, которые сейчас в Чувашии работают, они все могут с достоинством, с гордостью назвать его последователями и учениками. Скульптор мемориальной доски Василий Кузьмин – земляк Спиридонова. Он успел познакомиться с мастером и не раз работал над его образом. Портрет художника узнаваем. Екатерина Куприна, Анастасия Лангина, Александр Петров, Республика.